Местность, которая показана на карте Винфрита, находится в этом месте. Это недалеко от клана Гарусса. Вам потребуется изучить это место. Так как вы идете по следу призрачной стаи, то нужно понимать, что она появляется только в ночное время, с 21 часа до 5 часов утра. Во время боя вам нужно будет поймать трех призрачных животных. Для того, чтобы это сделать, вам нужно две вещи. Во-первых, связать данное животное боем. То есть сейчас видите то, что один из моих наемников сражается в ближнем бою. Второе, это снять у призрачного животного хотя бы половину ХП. То есть чтобы у него было меньше 50%. Если у животного 50 очков здоровья, нужно, чтобы было 25 и меньше. Далее подбегайте любым свободным наемником, в моем случае это вот этот вот, и выполняйте уникальную атаку оглушения. Так нужно повторить 3 раза.